Девчонки, старушки мои дорогие, советницы, я вам хочу сказать, это многоквартирная Машка. Просит, чтобы я квартиру отписала. Я говорю, за что так? Она говорит, пряники ела. А я и не помню. Чё, и вам тоже предлагала? А сколько у меня квартир? Сколько? Говорят, подала не так давно. А вообще она уже как долина. Продает квартиры. И хочет смотаться. Все равно надо. Да вот тек. Вот тек рест. Клянусь инновацией. Не видишь? Я акуловой клянусь и акуловой. Да, теперь поверила. Осталось и девчонки. Здравствуйте, советник. Тема урока «Откуда берутся дети?» Из вульвы, из матки. Под эпидуралкой? Нет. Ну, в смысле, да, но нет. Если мама очень любит папу, то она делает ему королевский гет-ер... Папа обнимает маму и происходит скримпай, блоджоп, дабл пенетрейшн, секс, качели, рах последа, пират, голландский штурвал, пожарный трамплон, кувшин, грабожный поцелуй, выкайте сапонки, эфириобашта, огромный гриб, перфоратор, вудивуд бейкер, большой фонтан, вырубит осла, не! Что еще за вудивуд бейкер? Но, Мария Ивановна, это как-то ракурят. Вы в своем уме, вы понимаете, происходит волшебство. Волшебство. И рождается ребеночек. Ну, это если спирали не было. И цистита. И у вас спермограмма в порядке была. Смотри, Наумова, вы гимн России звучит. Вы же самые патриоты. Вы убегаете? Смотрите, они уходят. А у нас гимн. Вот смотрите, как они относятся к символам нашей страны.